Я очень счастлив снова открыть наш фестиваль «Инпрог». Если суммировать то, что было за прошедший год после фестиваля «Эко-Прогфест», то можно сказать, что этот год был очень интересным, очень своеобразным, очень приносящим разный опыт. Вот. Мы вернулись к прежнему названию, и чтобы как бы закрыть тему смены названия, мне хочется сказать огромное спасибо фирме «Эко», которая поддержала предыдущий фестиваль и помогла нам привести «Flower Kings». Вот мы как раз показывали фрагменты выступления «Flower Kings» на том самом фестивале. Вы могли видеть, правда, с очень странным видеорядом, с видеорядом с нового альбома группы «Birdfish», которую мы как раз и привозим сегодня, но, естественно, не только их. Это что касается предыстории. Вторая часть предыстории — это фестиваль «Пустые холмы», где должен был быть наш блог. Что там было на самом деле, я думаю, многие из вас знают. Кое-что все-таки было, и очень героические артисты по имени Веспер и Джазатор там сыграли, и сыграли прекрасно. В некотором смысле сегодняшняя программа, она является какой-то такой домашней реализацией тех задумок, которые должны были быть на холмах, потому что сегодня же играет минская группа «Ворм Уроборос», которая тоже могла играть на холмах, но не доехала, точнее, даже мы сами ей позвонили, сказали, пожалуйста, не надо, там и так сложно. Они очень огорчились, переживали, но зато вот мы их, наконец, увидим сейчас. И ну, можно еще многое говорить на тему того, что, как и почему. Мы сейчас обрели новый фестиваль, обрел новый дом, который так и называется «Дом», замечательный зал. Несколько лет назад мне трудно было поверить, что он нас пустит. Вот теперь это правда, и значит, мы в каком-то смысле до каких-то вершин доросли, хотя, безусловно, опять же говоря о доме, вот масштаб этого фестиваля, он такой домашний. И это тоже, наверное, хорошо в каком-то смысле. И прежде чем рассказать о том, кто будет играть прямо сейчас, хочу, если вдруг кто не увидел там на каком-то листочке, это первый порядок выступлений. Сегодня будет сначала играть минчане «Ворм Уроборос», потом москвичи «Джазатор», затем группа из Астрахани «Весперу», ну и последними наши уже, я бы сказал, добрые друзья из Швеции, группа «Birdfish», их родной город по-шведски называется «Явля». Вот. И «Ворм Уроборос», они молодые, они очень классные, они очень арт-роковые. Когда мы их услышали, еще когда отслушивали программу для холмов, то сразу поняли, что очень хочется понять, как все это звучит вживую. Ну вот сейчас мы наконец это поймем. Встречайте. Thank you.
Спасибо. Следующая композиция называется «Сам». Thank you.
Можно попробовать что-нибудь спеть. Следующая песня о самодержце, диктаторе из центра Европы. Но никакого политического подтекста не имеет абсолютно. Называется «Microphone Goes to War». Thank you.
Следующая композиция называется «Пираты в Пингари». Это композиция в двух частях. Это важно, да. Пингари — это остров, открытый Фрэнком Баумом в 20 веке. Вот. Композиция повествует о том, как остров был захвачен пиратами. Публика обычно не дожидается, пока хорошие парни восторжествуют и отвоюют остров у пиратов обратно. Вот, поэтому вы предупреждены. Требует особого строя на гитаре, поэтому гитару каждый раз приходится перестраивать. Thank you.
исполнить эту высоконаучную песню, вот, которая повествует, по сути дела, о тепловой смерти Вселенной. Вот. Она изобилует формулами и тому подобными вещами. Называется она «Return to the Cold Sea of Nothing». Если можно, хотелось бы убедиться, что микрофон на сцене работает. Thank you.
Спасибо. Ну что ж, большое спасибо белорусам, это было, мне кажется, обалденно, прекрасно и вообще. То есть мне, правда, их студийная запись очень понравилась, но это просто еще порядок выше. Я думаю, что если бы Бердфиш тут уже были, они бы немножко затревожились бы. Что уже даже к таким молодым командам, как Бердфиш, уже выросла какая-то следующая смена. Да, ну так вот, сейчас будет, как всегда, пересменка, но прежде чем она произойдет, хочу еще сказать несколько важных для нас слов. Первое важное слово касается нашего бесконечного списка благодарностей. Ну, бесконечная это не шутка, но, естественно, возможности концерта позволяют не весь его перечислить. Так вот, сейчас огромную роль возможности самой проведения Довфеста сыграли, в общем-то, никакие не ботинки и даже не банки, не бутылки и не прочее, а один скромный любитель прогрессив-рока, которого зовут Александр, я не уверен, что он хочет себя афишировать, по-моему, нет, но тем не менее ему огромное спасибо, он нас очень поддержал и поверил в возможность сделать фестиваль «Импрок» еще раз, и благодаря его помощи, собственно, все и состоялось. Я его очень благодарю, но вот, к сожалению, он в какой-то командировке, он не смог здесь присутствовать. Значит, и, конечно, много других людей нам помогало, например, «Кафтан смеха» предоставил нам свои барабаны, потому что здесь кое-что поменьше, штатно стоит. А вот эти прекрасные барабаны, они живут где-то на студии группы «Кафтан смеха» и ждут, когда, наконец, снова смогут звучать своей основной роли в роли барабанов группы «Кафтан смеха». Сейчас группа существует, группа у нее период там, поиска некоторых кандидатур на некоторые вакантные места, но я думаю, что они все найдут и все будет хорошо. Пожалуйста. Вот. И насчет группы «Джазатор», я думаю, что Лена рассказала бы про это гораздо лучше. Может, я как раз ее позову рассказать о том, как она спасала группу «Джазатор». Но лично для нас с Леной группа была до «Пустых холмов» этого года. Группа была совершенно неизвестна. Мы послушали ее записи, подумали, что, в общем-то, это очень прикольно. Это очень хорошо, но это не совсем наша тема, и в результате все тоже сказали, что это очень хорошо, и отобрали ее в джазовый блок, потом в результате там все слегка перемешалось, и они попали в наш блок. Мы подумали, хорошо, посмотрим.